Управа, вход зачищен. Занимаем позиции внутри. Температура в активной зоне реактора выше безопасного уровня. Группа «Браво» не отвечает. Неизвестно, что с ними. У них с собой карта с шифровкой. Обязательно найди ее. В ней код сигнала СОС. Без нее нам не связаться с флотом. Ты наша последняя надежда на получение подкрепления. Быстрее отыщи эту чертову карту. Температура в активной зоне реактора выше безопасного уровня. Замедлитель 2 неисправен.
Температура в активной зоне реактора выше безопасного уровня. Внимание! Стержень замедлитель 2 неисправен. Температура в активной зоне реактора выше безопасного уровня. Тереза Чезар, аналитик оружия, 3 ноября 2145 года. Результаты первых испытаний. Теперь мы можем больше сделать, чем раньше. Если применить технологии, полагаю, можно будет увеличить емкость контейнера еще вдвое. Пока моя работа с контейнерами идет успешно. Коллеги мне очень помогают. Спасибо. По соображениям безопасности я помещу плазменёт, с которым работаю, под замок в шкаф 063. Код замка 972. Конец. Внимание, температура зоны реактора 235 градусов Цельсия.
Внимание, температура зоны реактора 585 градусов Цельсия. Внимание, перегрев активной зоны реактора. Стержень замедлитель 2 в норме. Аварийные двери открыты.
Thank you.
Стив Хаббер, техник-ремонтник. С тех пор, как рядовой Свенсон съехал с катушек, расстрелял барную стойку, а потом застрелился из плазмогата, у нас у всех сердце не на месте. Все ремонтники прекрасно видели, что у него едет крыша. И вот когда этот чертов автобармен отказался принимать его кредитку, он окончательно спятил. Вытащил ствол, давай стрелять. Когда стойка загорелась, мы еще ржали. Не успели мы сообразить, что к чему, он выпустил себе в голову столько плазмы, что хватило бы света на целый небоскреб. Его голова просто испарилась. Не самое приятное зрелище. Понятное дело, что когда все кругом заходят с ума, без охраны не обойтись. Но теперь и охранники. Не знаю. Здесь валяется столько оружия. Куда нам столько? Мы тут подумали, решили собрать все боеприпасы для плазмометов и запереть. Код замка 734. Так хоть спать спокойнее будет.